преображении Господне каждую душу наполни теплом, и над церковными куполами ангел прилетит, махая крылом, все люди добрее станут, и очистится душа, и с благодарностью посмотрит в голубые небеса. Явился на горе Фавор, Сын Божий пред учениками, и был услышан разговор, что больше он будет с нами. Лицо, как солнце, засияло, одежды сделались белы, видение было и пропало, задумались ученики. А так и мы, когда пред Богом предстоим, после всех сует, все, претерпев из-за порога, увидим этот дивный свет. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с большим и радостным праздником, преображением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, в этот праздник, в этот радостный праздничный день я хочу пожелать вам здоровья, мира, радости, добра. Пускай Господь вас никогда не оставляет, пускай этот фаворский свет всегда сияет в вашей душе. Пускай этот свет всегда будет с вами. Я вам желаю по жизни идти с Богом, радоваться, благодарить и никогда-никогда не унывать, что бы ни случилось в вашей жизни. Всегда нужно говорить слава Богу за все, за скорбь и за радость. И в этот радостный праздничный день сегодня нас служилась Божественная Литургия. Этот храм был наполнен людьми. И большая радость та, что мы сегодня как дружная семья, наш приход. Сегодня в храме у нас была трапезная. Но трапезная должна была быть на улице, но так случилось, что пошел дождь. И мы быстренько все прихожане помогли, спасибо Господи вас. Все дружненько все сюда занесли. И все равно нам дождь не помешал, чтобы мы все помолились здесь. И все пообедали после божественной литургии. И все радостные, хреленые, все прихожане пошли сегодня домой. А для нас это не то, что двойная, а в 10 раз большая радость, что мы дарим нашим прихожанам эту любовь. И в первую очередь я хочу пригласить в этот Божий храм детей. Дорогие детки, завтра я хочу вам показать, что какие мы будем для вас дарить подарки 30 числа. Вы все приходите сюда на молебен перед началом учебного года. И мы для вас с батюшкой приготовили сюрприз. Сегодня не буду говорить, завтра все покажу. Для вас всех мы приготовили угощение. И я просто приглашаю всех деток с Галышманова, приходите, детки, на молебен, чтобы Господь вас поблагословил в этом году, чтобы Господь вам дал силы, здоровья, учиться, чтобы вы учились хорошо, чтобы вы слушались учителей, слушались родителей. Приходите в храм Божий. Ведь, дорогие детки, ведь мы не можем просто так вот сами захотеть, и мы будем послушаны, будем учиться хорошо. Нужно приходить к Богу, в церковь, просить Господа: Господи, помоги мне, чтобы я училась хорошо. Господи, дай здоровье мне, дай здоровье папе, маме. Дорогие детки, приходите, я вас приглашаю в клирос. Вы не в самом месте прославлять Господа, ведь какая-то радость, что вы будете петь в храме Божьем. И вот Господь помог мне, что вот презентация песни вчера была, и я вам очень благодарна за ваши добрые, теплые слова, что вам всем понравилась песня. Я старалась, я трудилась, чтобы порадовать вас в этот праздник преображения Господнего своей духовной песни. Настолько радостный сегодня день, что наши все прихожане пришли домой все радостные и счастливые. Мне кажется, что для человека нет большой радости, вот большую радость получаешь, когда отдаешь. Я просто знаю, что это перед Богом стоит, как милостыня, жертва вот эта, чтобы накормить людей. И это я делаю с удовольствием и с радостью большой, потому что мы грешники все, а вот может быть этой маленькой милостью Господь очистит меня грешную и подарит вам, дорогие братья и сестры, радость, чтобы вам хотелось в этот храм приходить. Мы любим своих прихожан, потому что это наша церковь, наш приход. И если люди будут ходить в этот храм, и вам будет хотеться сюда, значит, мы не даром здесь служим. Мы не должны для себя жить, мы должны жить для народа, для вас, для людей. Потому что Господь с нас спросит, как мы служили, сколько мы людей привели, что мы сделали для храма Божьего. Спасибо, Господи, с праздником вас, мы всегда вам рады.
Вот, дорогие братья и сестры, уже все готово. Вот плов мой уже готовый. Сготовила 5 часов утра. А, пахнет как. Как пахнет. Ну, думаю, прихожане будут кушать. Накрываю из-за того, что он теперь уже готовенький, что после службы вот накрываю. А просто подумала, что плова одного будет мало. И решила, что просто сделать еще, сварить суп гороховый. Вот сейчас варила его ночью, а вот сейчас подогреваю его. И придут в храм. Сейчас Паломар придет и унесет, там накроем. И уже, чтобы после службы был для всех прихожан суп гороховый будет. Чтобы был тепленький, вкусный. Я до причастия даже попробовать не могу. Пахнет как. Ну не знаю, я старалась. От чистого сердца старалась, готовила. Потому что плова, подумала, будет мало. Вот еще супчик гороховый. Сегодня праздник такой большой, Преображение Господне. С праздником вас всех. И приглашаю вас всех на гороховый суп. Преобрази вся на горі фаворі, Христос Спаситель в світлі встав. На нім блистіли ризи, наче зорі, а сам як сонце засіяв. Два мужі поруч появились, то Ілія і Мойсей. Про смерть та муки пильно говорили, з Господом разом хвилі сім. Преобразився на горі Фаворі, Христос Спаситель в світлі встав. На нім блистіли ризи, наші зорі, а сам як сонце засіяв.